Здравствуйте! Сегодня воскресенье 7 марта 2021 года. В связи с открытием аэропорта изменились правила выезда из страны. Итак, до 20 марта выезд из страны разрешен в исключительных случаях. Эти правила и ограничения не распространяются на иностранных граждан, которые хотят покинуть Израиль, и на людей, у которых есть израильский паспорт вакцинации или свидетельство о том, что они переболели. Все эти граждане, которым разрешен выезд, все равно должны заполнить декларацию о здоровье за 24 часа до выезда. И получить разрешение на выезд. Еще также перед полетом за 72 часа все граждане, у которых нет зеленого паспорта или не переболели коронавирусом в Израиле, должны сделать PCR-тест и предъявить его в аэропорту. Это все изменения, которые вступили в силу сегодня, 7 марта 2021 года. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.